bestwatch.ru представляет видеообзоры самых интересных часов от всемирно известных производителей. Не могли мы не оставить без внимания восхитительный автоматический хронограф от швейцарской компании Epos, выпущенный лимитированной серией в 2010 экземпляров. Часы оснащены калибром Valjoux 7750, легендарный автоматический хронограф. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали в диаметре 43,5 мм, стекло сапфир с антибликом. Календарь, апертура двойная с днем недели и датой. Функция хронографа с отчетом измерений до 30 минут. Очень плавный, красивый ход секундной стрелки. Удобные кнопки использования секундомера. Кожаный ремень, оснащенный удобной кнопочной раскладывающейся бабочкой. Подробнее об лимите этой серии. Посвящена она Майку Шмидту, победителю Ванкуверской Олимпиады в дисциплине Skycross. Об этом свидетельствует надпись на задней крышке часов. Ротор украшен автографом спортсмена и информацией, собственно, об этой модели. Механизм украшен вороненными винтами, а также декорирован вручную. Номер серии проставлен на роторе часов. И также в комплекте имеется сертификат, подтверждающий подлинность данной модели и содержащий полную информацию о выпуске лимитированного издания. На запястье часы смотрятся очень богато, сверхдостойно. Гарантия на часы Epos 2 года. Помимо своего знакового выпуска, часы обладают и всеми необходимыми характеристиками для надежности, герметичности. 10 атмосфер позволит не бояться даже купания. После соленой воды рекомендуем промыть пресной. С полной коллекцией часов компании Epos вы можете ознакомиться на нашем сайте. Коллекция постоянно пополняется. bestwatch.ru. 12 лет с вами. Только оригиналы по самым выгодным ценам.